потрясающая коллекция. Пожалуй, больше всего мне понравился многослойный наряд из белой ткани с принтом, изображающим птиц и растения. Невероятно красивый образ. Сильнее всего меня впечатлила одна из курток. Удлиненная темно-зеленая куртка с контрастными полосками. По-моему, выглядит прекрасно. На этот раз ключевой темой коллекции стала защита. Я создал одежду, в которой любой мужчина чувствует себя защищенным, возможно, даже чересчур. Именно защита стала лейтмотивом новой коллекции. Именно к такой эстетике я решил обратиться. С первого же выхода прослеживается развитие выбранной темы. Одежда объемная, свободно скроенная, защищающая тело. Верхняя одежда с элементами стиля милитари поддерживает концепцию коллекции, иллюстрирует тему защиты.